Всем патрулям, в этом районе явиться на перекрестках 121 и Лекс. Осколок, который нужен Алкимакс, найден. Патрули 94 и 98 уже в пути. Внимание, всем подразделениям Алкимакс предупреждает, осколок притягивает к себе психов и... Черт, что это? Не двигайся, лапа, держи на виду. Лапы. Плохо дело. Кронстоун. Он мне не нравился еще, когда был человек. Мое. Но нет, а волшебное слово? Повторяй за мной, пожалуйста, можно мне взять? Умри. Не тряси на меня хвостом, когда я с тобой говорю. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы вновь возвращаемся к Человеку-пауку Разрушенное Измерение. И пришло время надрать задницу Скорпиону. Но для начала давайте... Воу-воу-воу-воу! Для начала давайте избавимся от этого толстяка в доспехах. О, смотрите, какие у него крутые доспехи, меч огромный. Прям из Dark Souls вылез. Но мы с тобой сейчас разберемся, это не проблема. Расплюнуть. Ой-ой-ой-ой-ой, свалился, допрыгался. Кузнечик. Так, усиленные удары. Прыжок в сторону, отлично. Так, прибыла местная братва из Алкимакса. Ну, с ними мы сейчас тоже расправимся быстренько. Есть. Отлично. Я, кстати, перед началом видео... Она обещала. Я перед началом видео, кстати, зашел в прокачку героев, прокачал немного наших паучков. Вот, не стал это записывать, потому что мы как бы смотрим игровой процесс. Вот. А как я буду покупать всякое там, я думаю, это неинтересно. Я что-то слышал. Прикройте меня. Это что за уроды? Назад, вы не знаете что? Противник в секторе 84. Все подразделения сектора 84. Окей. Так, какие-то подзагрузочки. Так. Давай-ка мы с тобой сейчас, чувак, с щитом разберемся. Так, я что-то смотрю, походу ему вообще пофиг. Окей, тебе пофиг. У нас есть замедленное действие. Блин, живучий. Так. Еще раз замедляемся. Погоди. Есть. Вынесли. Ну, кстати. О, еще прибежала подмога. Так, чуваки. С электрическими дубинками. Так, не люблю чуваков с электрическими дубинками. Мне этого хватило в Редимере. Да что ты? Со своим щитом тут пристал. Ну что, давай. Я уже тут. Не ожидал, наверное, этого. Окей, расправились. Так, выросли какие-то яйца. Растворите дверь кислотой. Окей. Ой, что-то я не то растворил. Ну да ладно, тут есть у нас эссенция. Назад! Не трогайте меня! Нет! Так. Отпусти его быстро! Не ходи за мной! Будет хуже! Как же мне открыть эту дверь и найти Скорпиона? Наверное, ученые мне помогут. Ладно, это уже ненормально.
Так, какие-то подзагрузочки тут с перехода на локацию. Спасти ученых, окей. Где у нас ученые? Так, он там внизу. Окей, падаем вниз. Ой, что-то чересчур я вниз упал. Вот. Нам сюда? Нам сюда. Отлично. Так, я так понимаю, надо дверь кислотой. Отлично. Ой. Обжегся. Случайно. Себе жопу поджег. Отлично. Так, и куда тебя? Вон туда, наверх. И... Упи! Так. Ой, куда я тут прицепился, я что-то... У паука тут руки загребущие, везде цепляется. Отлично, иди работай. Окей, где второй? Тоже внизу. Окей. И... Есть. Отлично. Та же процедура. Что там все рыгает кто-то. Маленькие скорпиончики там рыгают. Ай-яй-яй. Чуть жопу опять не ошпарил. А кислоту. Так, куда его? Туда же? Так. Давай. Уже выше поднимайся. О, отлично. Защитите ученых. Блин, этих придурков еще защищать надо. Окей. Так, пошел вон от ученого. Вас тут никто не ждал и не звал сюда. Как их назвать? Скорпинятом? Ой. Что-то яйцо рвануло. Отлично. Эффект слоумо. Есть. О! Задолбали яйца взрываться. Какие-то у скорпионов взрывоопасные яйца. Воу-воу-воу-воу. Ублюдок. Да что ты? Вы меня задолбали своими яйцами. Пошли вон от ученого. Не трогать. Не трогать моего Гордона Фримана. Иначе вам сейчас будет плохо. Да что вы там пристали-то к нему, как банный лист в жопе. Так, там еще от толпы отбился. И армянится к профессору. Ученые, ну сколько можно-то? Давайте быстрее-то уже работать, а? Стоят там в носу, ковыряются. О, отлично. А, отлично, я сдох. Проклятые докторишки, давайте работайте быстрее. Заманали. Я не могу такую толпу сдерживать. Слишком много. Да пошли вон. Пошли вон. Сколько вас тут расплодилось-то? Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас он сдохнет. Сейчас у нас ученый сдохнет. Да вот приставучая тварь-то, а? Открывайте дверь-то сколько можно. Эйнштейн. Еще яйцом тут взорвало. О, отлично. Отлично, дверь открылась. Ладно, скорпионы, теперь можете с ними разбираться. А я полетел дальше. Так, снова подзагрузочка. П
Вот загрузочка снова была. Я думаю, такие подзагрузочки не очень критичны. Да сколько можно-то? Какие-то непробиваемые алкаши из этого алкамакса. Ну, отлично. Так. В принципе, все один и тот же. Скорпион, мне нужен этот осколок. Нет, он мой. Ты не понимаешь, его сила опасна. Видел? Видел? Я опасен. Я монстр. Но больше не буду таким, она обещала. Кто она? Кто обещал? Крон, послушай меня. Нет, ты послушай. Умная женщина сказала принести камень. Принести ей камень. Превратит меня обратно в человека. В человека. Кто? Какая женщина? Шап. Воу-воу-воу. Давай-ка мы с тобой сейчас сразимся. Так. Так, уворачивайся, ну. Отлично. Замедлим действие. Время, то есть. Не действие, а время. Чтобы побольше ему ХП снять. Куда полез? Сделай так, чтобы он передвинулся в другое место. Как сделать? Яичком закинуть? Окей. А, вон. Вон оно что. Схватили его за рога. Ну давай, подходи. Куда побежал? А, на другую сторону. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ну, в принципе, несложно, несложно. Тактика несложная. Сейчас он, наверное, на другую сторону. А, нет, смотрите, на меня бежит. Воу-воу-воу. Замедляемся. И бьем ему по щам просто. Смотрите, Скорпион здесь больше похож на какого-то инопланетного чудовища, не знаю. Какого-то... Оу! На какого-то ксеноморфа. Тут не хватает, Эллен Рипли не хватает до полной кучи. Чтоб она просто огнеметиком его... Шмяк, 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 шмяк. Воу! Похоже, ты расстроен. Ра. Он за это поплатится. Вот только освобожусь. Смотрите, кто это у нас. О, черт. О май. Окей, давайте с вами расправимся. Блин, их было... Да что за подгрузка-то опять? Какие-то подзагрузочки непонятно идут. С перехода локации на локацию. Такого не было же раньше вроде бы. Или это здесь в этой серии, в этой миссии особенные локации. Кстати, вот этих чуваков их было всего двое. Откуда они наплодились? Так. Ого, кажется, у нас гости. Сделай что-нибудь, ты должен это прекратить. Так, окей. Что мне делать надо? Спасти мирных жителей. Ладно. Куда тебя нести? Ясно. Наверх.
You're totally awesome. Run to safety and send me some help. Так. Где у нас еще? Так, подойдите, расступитесь. Мне нужна эта девушка. Ой. Чуть поездом. Да, сраный поезд, а? Что это было за рот? Сама-то крейзи. Так, идем наверх. Окей. Сколько их тут? Их тут море, блин. Так. Down. Down. Да запрыгивай ты, но... Что-то не нажимаешься. Thanks, Spider-Man. You're okay. I'll get going to find you. Так, куда еще? Где еще? Вон. Да! Пропустил. Так, где ты? Да отвали ты. Не, не интересен с тобой бой. Так, еще двое, да? Еще двое, а жизни... Так, я это заберу. Отлично. Где еще один? Пипец, там столпились. Отлично. Ну, походу, это последний. Найс. Эй, большой зеленый яйцекладущий. Мы еще не закончили. Яйцекладущий. Что летает, все рушит. Еще он как ишак орет. Нравится крушить общественную собственность? Так. О, ракета сбила. Так, отлично. О, а здесь что за дурдом-то? О. Жесть. Что у вас здесь? За вечеринка, блин. Просто кислотная вечеринка. Жесть какая-то. Воу. Какой-то трэш. Еще и ракетами меня тут. На тебе ящик. Мне не жалко. Так, ладно, яйцами закидаем. Какая кислотная вечеринка без яиц. Отлично. Так. Пошел вон. Уселся тут. Да блин, я яйцо хотел взять. Эти ракеты бесят. Шел вон. Ты-то тут чё? Опять там вырос. На. Как вырос, так и зарос обратно. Блин. И чё, мне надо всех перебить здесь? Это ж трэш полный. Я на такую кислотную вечеринку не подписывался. Так, пошли вон. О, нифига долбануло. Ай-яй-яй-яй, сейчас яйцо взорвется. Ау. Блин, у меня жизни-то вообще... Жизни. Так, может... А вот и дверь открылась. Можно, кстати, вывалить, значит. Давайте, свалим. Бежать. Ты сказал, что женщина послала тебя за осколком. Ей нужно имя. О, черт.
Да пипец, сколько вас повылуплялось-то. Ну хоть жизни это восстановились. Так, сейчас я вас сильными ударами повыношу. Экс. Так сложно, как казалось. Мигом к ним. Они повсюду. Очистить посадочную полосу. Мы не можем их остановить. Огонь, огонь. Справа берегись. За тобой. Они прорвались, прорвались. Что там за крики? Да, жесть, здесь тоже какая-то вечеруха. Здесь уже этот кислотный open air. Шо вон. Вау. Рвануло. Чье-то яйцо там. Ну, точнее, не чье-то, а скорпиона. Ну, дядька из Dark Souls прилетел. Блин. Давайте с здоровяком расправимся, то он будет мешать. Давай, падай, падай. Да что там происходит? Я вообще ни черта не понимаю. Блин, Человек-паук, по идее, должен быть спокойной, веселой игрушкой. Все-таки это из комиксов, а тут вообще трешняк какой-то творится, непонятный. Так. У меня жизни вообще. Так, ребят, не все сразу. Я понимаю, что вам не терпится подраться со мной, но не все сразу. Уп, стекло треснуло, вы это видели? Воу! Ракетами меня тут... Так. Человек-паук еще всякие движения делает, какие-то ненужные, половину ненужных движений каких-то. Пошли вон, скидаем. Хватит! Черт! Воу! Ну это было эпичненько. И что, мне теперь просто лететь? О, там эссенция. Ох, как было это круто, а? Как было это профессионально. Ой, по затылку. Надо зацепиться за что-нибудь. Боже, это здесь ты прячешься? Здесь ты хотел укрыться? Ты просто хотел попасть домой. Дом, да. Спрятаться. Потом отнести камень женщине. Стать человеком. Кто она, Крон? Кто это с тобой сделал? У нее красивый костюм. Зеленый и желтый. И руки блестящие. Так много. Блестящие руки? Из металла? Хватит болтать. Ты мне мешаешь. Умри. Так, блестящие руки из металла. Чем-то смахивает, по описанию, на Мадам Паутину, не? Или я что-то путаю? Даже Человека-паука, что ли, запихали предателей? Да. Принцип, наверное, тот же самый будет, да?
А, ну плюс еще, наверное, вот мешаться будет всякие. Воу, кислотная дымка. Так. Так, ребятки, свалите. Ой, он меня чуть не скинул обратно в кислоту. Так. Я этому огромному скорпиону по щам надавал сейчас. Ой. Так, я не понимаю, как его убить. Просто вот подпрыгивать, когда он прыгает на меня, или чё? Чё орёшь? Не ори. Ой. И сами стреляется. Да что ты? Я так понимаю, надо яйцами в него. Да, блин. Да отвалите, вот эти вот твари мешают. Сволочи, а. Я бы выругался, но не буду. Получил. Так, что он там пока не оклемался. Так. Замедляем время, чтобы побольше ему снять хпшки. Давай, еще раз. В принципе, так-то, по большому счету, это несложно. Только единственное, то, что у него немного жизней. Ай-яй-яй-яй, дымка. По чуть-чуть жизни у него валяется, мы всего половину мы сейчас снесли. Так, ну чё, снова уворачивался? Варюга. Ну вот сейчас довольно так хорошо ему сняли. Блин, вот эти твари не мешаются, задолбали. Ей-богу. Да я хотел яйцо взять, что ты к этому-то пристал, блин? Relax, this won't hurt a bit. Uh-oh, I lied. Да, что-то в этой миссии подлагивает как-то, вообще непонятно. До этого вроде ничего такого не было. Ну, я думаю, в принципе, не сильно критично, да? Воу-воу-воу. Ну, в принципе, ему чуть-чуть осталось. Еще вот такой прыжок. Знаете, пня еще. Для скорости. Так, свалил. Да, Человек-паук, ну хватит с фигней страдать. Ну где ты? Да как ты это сделал? Молодец.
Оп, 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 оп. Давай, давай, чуть-чуть осталось тебе. Так, 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 сейчас он будет яйцами стреляться. Окей. Прости, Крон. Если бы я знал, как тебе помочь, я бы это сделал. Но это не в моих силах. Поздравляю, паук, ты нашел еще один осколок. Удачный день. Да? А почему мне тогда так тяжело? Ну что, друзья, еще один враг повержен. Вот. Скорпиона мы одолели. Только почему-то... эта миссия немного так лагала. Странно, я вообще не могу понять, почему. До этого было все отлично, все нормально. Вот. Ну, я думаю, вот эти небольшие просадочки не критичны. Вот. Оставим так, как есть. Перезаписывать я не буду. Вот. И на этом я прощаюсь с вами. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. И всем пока-пока.